Всем добрый вечер. С вами Шаман и Индикатор. Сегодня мы играем World of Warcraft версия Lich of the King 335A на сервере WoW Tyrkle X5. Вот. И что такого рассказать? Ну, вот я сижу, как видно, да, это последний шмот, который можно было раздобыть. Это А8 и индикатор. Ну, хоть слово скажи какое-нибудь. Какое? Хотя бы поздоровайся для начала. Всем привет. Вот. Ну, что, мы пофармим немного. И расскажу я, что я лично буду выкладывать на канале о Вовке. Что Вадим будет выкладывать. Мило. Ну что, пошли фармиться? Ну, на ком? Кого тебе надо убить? Заводи. Куда так, тебе? Подожди. Едь прямо, прямо, прямо. Да. Ну и прямо. В моих видео не будет слышно Вадима, потому что я тебя вот этих надо убивать. Да. Да. Потому что я сижу через вебку. Ну так ты тоже их лей, чё ты. Потому что я сижу через вебку, а через вебку нельзя включить на XP, нельзя включить стереомикшер. Ну, ладно, я скоро настрою наушники. Все будет окей. Так. Ну. Что я буду выкладывать? Видео? Ну, наверное, гайды. О том, за кого лучше играть, как лучше играть. Разнообразные баги. Может даже и читы. А такие присутствуют, поэтому. Ну, короче, будет выложено все самое интересное про эту игру. Все, что только есть. А, ну и теперь в частности случаев я, наверное, буду все-таки снимать в HD. Ну, как-то так. А ты что будешь выкладывать туда? Ну, не просто, что ты фармиться будешь постоянно. Куда выкладывать? На YouTube? Да. Ну, в Доту, танки, GTA 4, Майнкрафт. В Калу еще можем поиграть. У меня ее нету. У меня есть. Скачаем, поиграем. Так все. Я еще буду проходить Assassin's Creed. Я уже начал ее проходить, но правда видео еще не выложил. Но вот. Буду ее проходить от первого Крида и. Че мы ходим? До... Пошли. Ну я не знаю, куда тебе надо. Заводи. Стой. Куда? Вот. Назад. Потихоньку поворачивайся. В другую сторону. Еще. Вот, все, поехали туда. Персонаж Витаха был заблокирован чат на 30 минут. Ой, стой. Ну это тебе ковырлыков. Кровлыков. Стой. Вот этих? Да. Нулевая их. Подъедь. Ля, а чё он у тебя делает скилл? Он у тебя сейчас огонь в руках перебирает, чё так? Не знаю. Не, я вообще ничего не могу сделать. Вот, ну, я там надо убить. Мы сидим в этой. Вот, чё у тебя огонь в руках сейчас? Ну, это магия.
Так, а ты ж не кастуешь скилл. Короче, пока ты их... Я там в сюжете про Майнкрафт... Дима, мне их не просто убить. Говорил... А что? Ну, собираешь? Это печень их. Собирай. Я говорил, что я выложу... то, где можно будет чуть ли не даром взять Майнкрафт. Вот. Это один из магазинов. Там, не пугайте слово магазин, там жутко символическая цена. 5-10 рублей. Это лицензия. И, ну, мне кажется, уже всем известно, где можно 1.7.4, 1.6.1 версию сказать. Или какая? 1.6.4, кажется, да. Мне кажется, уже всем известно, где ее можно скачать. Но все-таки, наверное, выложу. Ну, попозже. Так, ну, скажем так, не сегодня точно. Это ты гасишься с кем-то или кто? А кто это такой? Семнадцатый какой-то. Да на, блин, не кумари. На, всё, заебал. И где ты? А, чё, что-то я на карту внимания не обратил никак. А что ты хочешь? Отвяжись от меня. Тебе этого надо ливать или нет? Нет, я уже тихо. Ну пофигу. Я сказал надо. О, я у Мне тебя надо тоже что? Орлыка. Не, вообще, ну, вон какой-то там. Вон молодой. Шмали по нему. О, точняк, я забыл, у меня же лук есть. Что я? Подожди, когда я убиваю, я не могу вещи его смотреть. Когда ты убиваешь. А, сейчас я разрешу, подожди. Так. Да. Попробуй теперь посмотреть. Теперь убей кого-то для начала. Вот этот шмот, ты сам только что сказал. Это я убил. Вот шмот сзади меня, блин, дурак. Вот, я прыгаю на нем. Ты убил. Нет, не могу. Потому что ты его убил перед этим, как и разрешил. Стой, блин! Ты убил его до этого, ну, как разрешил. Стоит, не можешь. Ну ладно, пофиг. Мне еще три печени. Ладно, пофиг, идем. Вон какой-то там есть. Сейчас я подойду. Не бей его, подожди. Шука. Я не могу смотреть. А тут нету, а нет, есть. Класни по нему, блин, дурак. Правой кнопкой. Вот, печень грявого. Не грявого, мне... Кривокрылый. Кривоклыка. А, так, ладно. Вот, все, любой игрок может собрать добычу с монстра. Угу. Так. На, подожди, у меня, у меня есть одна. Ну быстрее, ну что тебе так сложно нажать готово, я не пойму. Он последний. Вон там он ходит. Это ж это, да. Все. Ну нафига ты его на себя согрел? Все. Вот я помню, меня еще на мелких уровнях вот эта птица жутко кумарила. Угу. Пипец, она такая ебнутая. Заводи.
Подожди. Назад. Что назад, сюда? Угу. На гору тут, там, где мы были. Вон, налево, вон, направо. На ту гору, короче. Ага, он тут всех почистил. Ладно, поехали на другое. Меня там Тосква хотел пригласить к себе. Вот да, чуть-чуть левее. Ну, то поле там, где мы были. А, вот это, которое? Угу. Тут же никого. Так мне Мурлока надо найти. Глаз Мурлока. А он тут должен быть. На этом поле? Угу. Ну, их тут выпилили уже. Едь тогда на первое поле, назад. Да, вот так, да, все прямо едь. Ну, вон я его вижу. Как же мне нравится графика World of Warcraft. Стой! Ты, Дима, вон, мне того убить надо. Чего? Назад. Вон, мне того убить. Там. Вон, мне того убить. Вот этого? Да. И вон того. Все, я выполнил квест. Этого убей. Ну, слей его. Ля-ля-ля, я по нему ни удара не произнес, потому что он меня кумарит. На, ну лей его, что ж ты так бьешь долго, я пойму. Я его даже не бил. Вот ты можешь не бить. Вот так, вот, вот, вот. Вот эту надо, да? Угу. Сколько их еще надо? А ну, я не помню, как у меня там скиллы вкачаны. Мне еще два таких надо. А, это я это не вкачу, да. Ну ладно. Куда ты пошел? Нафига ты в пещеру пошел? Они тут есть. Да, они тут есть. А нет, они тут. А не то, вон они. О. А я ж не горным делом занимаюсь. Устройся на горное дело. Еще одного надо найти. Там никого? Нет. Вот эту девку. Да иди ты нахер отсюда. Так. Все, да, да. Когда один остается, я буду нигде нет. Так, ну сейчас, да, ты пока там, да, будешь. Я, короче, пока попробую себя в роли танка. Так. Напяли на себя кая. Ты уже вышел, да? Мне надо его одного найти. Там на улице нет. Сейчас я к тебе подойду. Thank you.
Что ты делаешь? Что я присмотрю? Фу, ты шо? Жесть. Ты долго там еще? А я выбираю, чтоб такое взять. Ну поехали. Ладно, похож пока с этим. С одноручным или лишним. Вот. Так. Ну что, я все сменил. Теперь я хожу. Ой, не то. Теперь я прямо, в другом шмоте. Прямо. Левей. Посмотри, сколько у меня хп. 29. Нет, сколько максимум? Стой на этом поле. О. Вот эти посмотри... еще 6 штук надо убить. Посмотри, сколько у меня максимум хп. 41. О. Давай, мне вот этих 6 еще убить надо. Мам. Это же не успевает стрельнуть. Слушай, я сейчас просто похожу их по ахрен себя. Пусть за мной пробегают. Вон еще. Так, тот убежал, я его не поймал. Еще один. Всё, слил всех. Все, квест выполнил. Так, заводи. Поехали. О, прямо. Прямо вот и просто прямо. Чуть-чуть левее. Еще. Ну, там у дома, видишь? Вот этот что? Или вот тот? Вот тот дальше. Да, вот. Чувачок стоит. Приветствую. Ступай с честью. Что ты 19-й? Меч красивый. Рада встретить. Одни ты. Ты где? Перед тобой. Надо тебе нормальные шмотки купить, а то на уродца какого-то похож. Что знаю. Ну ладно, это ты пока бомж. Заводи. Так. Поехали по берегу так. Туда на берег идти. А я знаю, где он. Ну, чуть-чуть левее. А, по берегу, все понял. Чуть левее. Левее берег еще есть. Нормально. Ты хочешь по всему проехаться? Оп, стой, 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 вот, мне вот этих надо убить, гномов. Бля, еще огрятся на меня там что-то. Короче, похилюсь, хочу полное свое хп отхилить. А, блин, нельзя же. Ну да.
ждать. Ну, вот этот шмот, мне кажется, самый нормальный. И хп под максимум. И силы добавляют хорошо. И урона под 300. Как раз. Сейчас 2 будет. 2700. Ну, нормально. Ты где? Так, мне еще 4 вот. Лапы надо. 4 этих нового убить. Прикольно. Блин, я не помню, как убрать вот это все. Что только экран видеть. Ладно, заводи. Сейчас, секунду. Убери его. Снизу, вниз туда съезжай. А все-то на 3 штуки упал. Понт. Кого тебе тут надо убить? Едь. Вот, не туда. Вот этих? О, кстати, вот эти, доставучие еще пипец. Тем может и их. Ты посмотрел? Да, мне их надо. Мурлок. Сейчас я гляну. Да, глаз Мурлока, надо. Я выгляжу благородно. Еще 2 этих Мурлока убей. Спасай. Все. Теперь надо окра найти. Заводи. Кого? Кого найти? Окра. Туда дальше едь, бед. Ну попробуй вот этого, стой. Вот этого низшего попробуй убить. Кого еще разок, покажи мне его. Ну вот, или того, я не знаю, где окра достать. Всех убей. Но. Они? Может он на том корабле? Сбегай, проверь. А, мне еще надо с тобой босса слить. Какого? Сейчас. Коготь большого гнола надо. Лучше бы ты взял бы этого, блин, эльфа и... Я забыл, как он называется, короче. Вот тут я тебе отвечаю, блин, он в воде, ему как нихер ссать. На тупом запрыгнул и поплыл. На корабле есть кто-то? Я ж летаю, ну, лажу, в смысле. Вроде бы нет. Тут половить рыбу можно, а так вроде никого. А не, вот какой-то есть. Как называется? Мурлок этот. Степлет. А ну, убей его. Слил. Что с него там есть? Глаз Мурлока. Хрень, короче. О, я тебя только что видел. Вот я.
Мне нужна окра. Окра? А, окра это с этих, кажется, падает. С тех, которые... Я понял, короче, с кого. Сейчас выплыву. Слушай, будешь алхимиком? Зелье мне будешь тарить. Я могу там на ману нахил. Алхимиком вообще классно будет. Зелье на тупом таришь и не паришься, блин. Или этим инчаром еще четко. О, давай, бери короче, горное дело себе возьмешь и инчара. Вот это просто бой, я тебе отвечаю. Кокри, да, тебя? Угу. Вот сюда поедем. Так. Так, тут походу всех уже слили. Да, тут всех уже слили. Это не он. Проверяй. Ага. Да, это он. Я же сказал. Еще два таких. Вон ходит. А то не то. А то. Нет, не тот, не? Тот. Еще один. Ну сейчас разгоняю туда. Блин. Сейчас этот квест выполним. Стой! Стой! И будем заканчивать после этого квеста. Ты что, нашел? Не, не нашел. А не, вот нашел. Камцами. Ты где вообще? Бегу. Вот он, взорный полей. Ну вот, ты его пробегаешь. Я знаю, я ж тебя вижу. Все. Заводи. Иди назад, назад. Туда, да. Чуть-чуть правее. К тому домику. Вон домик стоит. Привет. Ну, здорово. И тебя что, не апнуло? Ну да ладно, на этом мы закончим первую серию World of Warcraft. Ждите новых серий, а также новых выпусков по новым играм. Все, всем до свидания и доброго вечера.